Відкрий Україну. На території всей страны активисты провели пешеходные экскурсии по городам. К этой акции присоединилась и Запорожье. Первая экскурсия прошла в запорожском соцгороде. Такая акция проводится уже третий раз в Украине и первый в Запорожье. Организаторы хотят таким образом познакомить запорожцев с архитектурой и историей родного города. Поступило предложение из Киева от общественной организации «Відкрий Україну». Это предложение мне показалось интересным. Это пешеходный формат, бесплатный для всех желающих. Я выбрала самую интересную тему для меня, самый красивый уголок города, соцгород, или Большое Запорожье, или Чудо-город, как его называли, или Город Солнца. Такое мероприятие проводится третий раз, это третий украинский уикенд. Сегодня одновременно в 13 городах Украины в 11 часов проходит бесплатная экскурсия по городу. Цель наших вот этих бесплатных уикендов – это развитие культуры внутреннего туризма в городах Украины. Первую экскурсию решили сделать по соцгороду. Эта часть Запорожья до сих пор сохраняет свою уникальную архитектуру. В свое время проект этого архитектурного комплекса получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. Соцгород, он славится на весь мир своей архитектурой. Архитектурой 30-х годов. Запорожье – большой жилищный комплекс. Большой, сохранился по сегодняшний день. Такого нет в Украине, такого нет на территории всего Советского Союза. Хотя на первую экскурсию собралось несколько десятков людей, организаторы уверены, что популярность такого времяпрепровождения будет расти. Следующее путешествие в историю состоится 16 августа по новой части города.